Ну, доброго времени суток, дорогие детишки. Глава 15, я надеюсь, последняя. В конце концов. Мы уже главную дуру эту замочили, ну, которая... Как сама БН это тоже, как ведьма, ёпта. Ну, вот это вот. Как ее? Я даже имени ее не знаю, честно говоря. Поэтому остался, видимо, только Юбилеус или что-нибудь такое. Мне вот интересно, у нее фаз... Ну, как у босса, сколько? 5? 6? 18? А эта баба сыграет вообще как-то мелкая? Или она... Зачем она тащит ее с собой? Я чуть не догоняю. Возможно, нам что-то рассказывали по этому поводу. Я как-то не вполне уверен. Я уже не помню просто. Лука, тебе нужно одну вещь. Да, я знаю. Я не буду за тебя, так что не скрывай. У меня вещи под контролем. Давай. Оставайся рядом с меня, маленький. Зачем? Еще раз ты все-таки ее с собой тащишь. Что она должна сделать? Интересный ракурс у вас, конечно, прям вот вообще. А. Внезапно. Кто твои родители-то на самом деле? Ну ладно, Юбилеус-то, видимо... Она что, тоже мидихлорианами зачата? Что здесь происходит? Ладно, пофиг. Сейчас, очевидно, будет... Придется кому-то по щам давать. А, там есть обходной путь. Ну, разумеется. Почему бы и нет? Чего ты хочешь там? А. Тут какие-то люди... А, я в этом параллельном мире, окей. Я думаю, что это за зольдат там бродит, ходит? А, блин, кто-то уже появился. Ну, вашу Машу. А кто-то более другой мог появиться? Хотя, я смотрю, они довольно быстро дохнут. Зачем они здесь? У меня вроде как полное здоровье, и я только что сохранялся. Это начало уровня. А, о. Что-то более здоровое. Что происходит там? Торчер, блин. Бэк. Не понял, он еще жив там, что ли? Вообще-то ему башку только что должно было отрезать. А, я увидел их здоровье. Слышь, дура. Да добить его, чтобы он не мешался уже. Спасибо. Он там что-то как-то, блин, горит. И у меня от этого подгорает, по-моему, да? Свободен. Ну и вообще-то я меч хотел взять. Обожди-то со своей заставкой. Не то чтобы он мне был нужен, ну ладно. Сама открылась. Прекрасно. Хоть рычаги всякие искать не надо. Что там за речки я закупил, да? Прелестно. Че тебе надо? Ой, вроде должно было замедление включиться. Ну ладно. Что это вы делаете? А не хотите ли, например, нахер пойти? А чё так коротко-то? Почему только от некоторых ударов замедление включается? Это немножко раздражает.
скотина. Там что-то выпало, ну-ка. Мужик, да подожди, не мешай мне. А, какой-то унылый молоток. Ну или может быть не очень унылый. По-моему, их вот так надо было бить. Упс. В смысле, в воздухе. А, ну да, это мужик из пазла. Ну, пофиг, здоровья на них кучу положил. Совершенно напрасно, судя по всему. Вообще-то этот молоток выглядит гораздо больше размера, чем он у тебя висит на спине. Прямо скажем. Чё-то какие-то однообразные уж больно эти коридоры, не? Никому не кажется? Просто одинаковые комнаты без затей. И снова, только вот за окном. За окном что-то другое. Блять, ты гонишь. И что это, блядь, сейчас было? Блядь, неплохо. На пол здоровья. На нахер. На еще. Блядь, ты вместо того, чтобы в кошку постоянно превращаться, лучше в полезное что-нибудь делать. А то, блин, я сейчас все аптечки сожру. Да что с тобой не так-то? Чего она остановилась-то внезапно? Не знаю, вроде ничего не происходило там. И пойди разбери, я уже не все равно на этом этапе. Я бы еще пропустил бы с удовольствием все это. Ну, чтобы сразу до босса, а то не хочется не уложиться в один эпизод. Это что сейчас было? Зачем ты это колесо схватить пыталась? Или я... Или это не колесо я пытался схватить? А. Все-таки колесо. Окей. Уи! Это, конечно, забавно. Некоторым образом. Так, давайте как-нибудь вот без вас, а? На них-то я точно положу все остатки аптечек. Определенно. Грусть, печаль. Уныние. На джеб попал. Прелестно. Что там? А, ну да. Да что так коротко-то, ну? Ну и пофиг, сдохли и нормуль. Я даже не знаю, подбирать эту... А, пофиг. Которые не родные, они были побольше дамага делали. Они даже шевелятся. Это всегда так было? Что это, блядь, тут у вас происходит? Единственный в своем роде человек залупа или что это? Слышь, мудила. А, или тебе плечи сломать, наверное, надо. Сюда иди! Чё ты там, блин? Ком, Цумир, бич! Чё ты сидишь там, хернадзе? Я серьезно, ты паришь, мужик. Алле, я даже застрелить до тебя не могу. Чё мне надо сделать? Или тебя можно... проигнорировать. Пойди разбери. По-моему... Блять, что тут... What the fuck?
Это какие-то другие когти были. Мне настолько хочется, чтобы игра закончилась уже, что мне даже лень уворачиваться, откровенно говоря. Пропадет эта хрень, или мне все-таки с ним надо разбираться? Окей, видимо, он там просто так. А для чего он тогда еблетом подъехал на передний край, если... Я думал, это имеется в виду, что он так периодически будет делать, чтобы убить можно было. Видимо, нет. А лифта в этой сраной башне не на... в наличии. Не... Вот же, наверняка посредине лифт. Где ты нахер? Ты сейчас опять подъедешь? А, окей. Да что с тобой не так? Вот что ты сейчас сделала и зачем? Да... А? А. Ага. Бля. Предупреждать надо. Хрена себе скорость стрельбы у этой пушки. И куда стрелять тебе? В плечи все-таки? О, а, нет, дамаг ему наносится. Смотри-ка. А как вы себе это представляете? Это Unreal. Все это говно сбивать, и у меня залечек нету, бля. Джойстиком я просто, блядь, никогда этого не сделаю. При всем желании. А, кнопку можно зажать. Почему-то я думал, что ее надо все время дрюкать. А почему у меня здоровье восполнилось? Окей, видимо, от этого надо уворачиваться. Что ты там делаешь? Я, честное слово, вот легко бы обошелся без подобного рода секции. Сегмента, так сказать. Охрененно, блядь. Ну, а у меня, по-моему, до хрена здоровья было. Чё я с одного выстрела-то... Я не хочу, блядь, можно это пропустить, блин? Я не хочу этой хернёй страдать. Идите в жопу. Я не буду, блядь. Иди нахер, я в курсе. Или ему похер, куда стреляет. Охеренно, блядь. Нет, не похер. Сука, да я, блин, ну нахер вы идите. Это, блядь, так много времени сейчас у меня отнимет. Нахер иди. Че ты, блядь, летишь-то, дура? Ну, блядь, да... Да это невозможно их все сбить, блядь. Я даже мышкой, блядь, не собью их все. Да, блядь, почему ты то получаешь, то не огребаешь, я не понимаю. Нахер ты иди. Бред какой, блядь. Вот, бля, я просто половину получил по лицу, блядь. Сейчас опять сдохну, отлично, блядь. А, вот почему я здоровье восполнил. У меня шприц там был. Да сплыл, как говорится. Бля, пиздец. Ну, пол энергии нету. Охеренно классно. А вы что, хотите, чтобы я все здоровье ему снял вот этой сраной пушкой? Вы охерели там? Да мне, блядь, рукопашно его в 10 раз проще убить, нахер. Вот сейчас я и помру, блядь. Ну это бред ебаный, просто бред. В жопу вы пошли с такими приколами, блядь. Блядь.
А как, блядь, я не успею все сделать, блин. Ну, с мышки на переключиться, блин, на джойстик, чтобы выпрыгнуть. Я ж кнопки не знаю, какие там. Да, блядь, чё у меня так нос чешется, блин? Падла. Или мне надо каждый раз вылезать из этого говна и уворачиваться? Вот так. Ну, потому что я пушкой реально устану эту херню сбиваю. Блять, ты дура, писец вообще. Охеренно, откуда ты, блядь, взялась? Тут еще эта стена идиотская. Да ты гонишь, блядина. Куда тебе, блядь, стрелять? Ты можешь обосновать? А то это в одно место, блядь, то ли в башку ему, то ли... Блядь, на редкость идиотский сегмент. Блин, такой хороший, блядь, предыдущий... этот был... не эпизод, а... в целом, чаптер. Глава. И так отвратительно вот это, блядь. Ну что, это ж ахинея, бля. Да нахер ты иди. Может, мы уже вручную разберемся? Нет? Ай, блядь. Ну давай еще, блин, застрянем тут в стене. Овца. Просто нет слов, насколько это идиотизм, блин. Давай отнимем вообще все время у меня. Просто все, блядь. Вот на подобного рода херне, блин. Еще, блядь, пушка вечно. Как только я с него вылезаю, блядь. Куда-то в небо, блин, смотрит зачем-то. Я понимаю, что это зенитка, блин. Но это ж не повод ее каждый раз, хер знает куда, блядь, разворачивать. Почему она не остается в том же положении, в котором я ее оставил? Ну это же логично, я же ее использовал только что, блядь. Сдохни, блядина. Нет, блядь, почему-то она куда-то хер пойми куда смотрит. Бля, надеюсь, микрофон работает нормально, блин. Не дай бог мне эту херню придется два раза записывать. Я этого не вынесу, бля. А че-то они, блин, все остановились, ваши элеваторы. Не понял, куда мне, блин, идти? А... Или я отсюда пришел? Куда мне, блин, идти-то? Я вроде оттуда пришел. Что здесь происходит? Что ты делаешь, блин? Да хорош, дура! Вы бы хоть компас мне показали какой-нибудь. Куда бежать-то? А то я сейчас... Мне вверх же надо, правильно?
тогда какого какого, собственно, хера тут происходит? Мы же вроде как наверх в этой башне все время двигались. Тогда в чем дело? Я не вижу никакой секретной дырки. И тут как бы немножко тупик. А. Предупреждать надо, блядь. Я не дочитал. Твою, блядь, в жопу мать-то, ну. Ай, блядь. Она придумывает херни всякой. Блядь, там еще и стоять нельзя. А что вы предлагаете мне сделать? Ёп. Сейчас надо от них уворачиваться, что ли? Не буду я от них уворачиваться. Зачем от них уворачиваться, если можно посредине бежать просто? Здорово, блядь, глиста. Не понял. Вы мне что, предлагаете ее... Они дохрена ли полубоссов-то? Ну ладно, этот такой вялый. Очередной фаллический босс, блин, какой-то, прям скажем. Вообще-то я уворачивался, ты гонишь. Слышь, залупа, умри уже. Ну еще, блядь. А, ну да. Прекрасный выбор, блядь. Обязательно, вот без этого никак нельзя бы. Да что у тебя не так-то, блядь, с кувырками-то? Чё тебя периодически край кроет, блин? Вот это что? Почему, блядь, тебя кроет иногда? Да идите вы нахер. Очень круто, конечно. Пойдем уже дальше, блин, задолбало. Тут никак магазин пора уже ставить, чтобы мне можно было залечками опять закупиться. Правда, у меня на них денег. Или они там сколько стоили? Так, блядь. 3-5-5? В смысле, 3-3-5 они стоили? Тогда хватит. Или, может быть, положите просто залечь где-нибудь, я не знаю. Ну, что-нибудь сделайте полезное. Куда мне, блин, идти? Тут две дырки. А, или оттуда я пришел. Окей. Кто ты? Что за статуя? О, а вот и магазин. Прелестно. Да! Запасите меня срочно за парой дорог. Зеленых. Ну, не, я даже вообще не угадал. 3,5 и 2,2. 2,2,2 даже, если быть точным. И опять же, почему вот я не могу сожрать одну из них немедленно? Вот прям сейчас. Чтобы мне не надо было выходить из магазина и заходить в него заново, блин. То, что я сейчас выйду, мне надо будет одну из них сожрать мелкую. Ну, чтобы... Здоровье восполнить. Ну, чтобы это самое... неприятность какая-нибудь не случилась. Обратите внимание, да? Я даже две могу сожрать, ибо у меня хватит денег. И теперь мне надо вот опять всю загрузку делать, пропускать сраную заставку. Ну, это ж идиотия, бля. Вот кто так делает, бля? Все, пойдем отсюда. Больше тут нехер ловить, блин. Покажите мне уже последнего босса и
Дайте я им по лицу накидаю, блин, по-быстрому. Что здесь происходит? Почему они висят в воздухе? Это же явно... Это что-то непонятное. Явно не босс. А это пазл какой-то, да? Что-то очень сильно... А. Я смотрю, что-то очень сильно похоже на коробку передач. Шикарно. Вы еще постреливать начните с лазеров. Они натурально, по-моему. Бля. Что это было сейчас? А давайте вот без этого геморроя тупорылого. Какой бред, а? Слушайте, а ну что это так? Залезь-то на эту блядскую стену-то. А еще, блядь, более быстро они не могут просто испаряться? Да где я? Да ёб твою мать, а что это вообще такое за херня, бля? Я, бля, вообще из-за этого ракурса нихера не понимаю, где я нахожусь это? Отлично, блядь. Что ты, блядь, делал? Ну... Да, бля, в жопу вы конём ебитесь! Что это за херня вообще? Блять, ну это полный бред нахер! Да какой дегенерат этот, блядь, эту голову, блядь, дизайнил, ёб твою! Это ж идиотия, нахер! Да нахер ты пошла, кота включай, блядь, овца ебаная! Бред вообще, пиздец, блядь. Да еб твою маму, 8 раз на байонет, а ты дура, бля. Ну и что? Ты куда, бля? Я не понял сейчас, это что нахер было? Чё ты рухнула-то вниз, блядище, бля? Прикалываетесь, что ли? Отличный удар. Нахер ты его делала, ебаная овца? Тебя кто, блядь, просил, блядь? Ёб твою мать, да кота ты можешь включить? Или так тоже можно. Так проще, конечно. А, и что? Я не понял. А мне не туда? А я туда не могу, что ли? А... Там вон какая-то херня. Да блядь, тупая ты мразь! А, это сундук. Всего лишь. Спасибо, конечно, очень полезно. Вот просто из последних сил, блядь, вот нет... Вот это надо было. Там еще один сундук. Ну, блядь, что ты, блядская скотина, творишь? Кто тебя просил вот то, что ты вот сейчас сделала, блядь? Я вообще эти кнопки не нажимал. Где этот мудацкий... Прекращай. Да ну нахер, я за этим сундуком даже не пойду, блядь. Я не хочу рухнуть отсюда вниз, блин. И узнавать, где у меня чекпоинт, это тоже не... Ты-то чё здесь забыл? Чё-то мне это контроль люто бешено напоминает. Этот босс вроде был уже, да? И он совершенно идиотский. Может, ты начнешь попадать по нему, блин? Можно и так, конечно. Я вообще-то, блядь, давлю эту сраную кнопку. Да стой ты на месте, блядь, тупая.
Ёб твою маму. Да по нему охеренно легко попадать, бля, просто пиздец. Да, блядь, ну, ты тупая мразь. Нахер ты в эту сраную птицу превратилась-то сейчас? Блядь, овца всю фазу проебал. Пиздец, управление, такое говно, блядь, это в этой игре все-таки, блядь. Просто кучу разных ударов, блядь, на три кнопки давай повесим, блядь. Да даже на три, блин. Три это слишком много, блядь, я бы заметил. Просто гениальная идея, блядь. Это, конечно, некоторым образом упрощает мозговой штурм, в том смысле, что вообще думать не надо головой, блядь. Какую кнопку нажимать? Давишь все, блядь. И что-нибудь да получится. Только вот когда... Схера ли я бью кулаком, блядь? Где мое оружие, блядь? Совсем ебанулись там, что ли? Бля, когда, короче, именно специально что-то пытаешься сделать, то просто получается какая-то херня зачастую. Из-за этого мудацкого пассажа, блядь. То в попугая какого-то превратиться, то еще что-нибудь, блин. Сдохни уже, блядь. Как будто на джойстике, блядь, кнопок мало, блин. Чтобы раскидать все эти супер удары там и прочую хрень. Что? А, ну да, это ж... Это я уже видел, это уже неинтересно. Давайте вообще всех мини-боссов, которые встречались в игре до этого, блядь, поставим здесь, ну. А чё нет, правильно, блин? Опять все залички кончились. Что, еще раз лифты будут ездить? Не видать их что-то. И вообще какой-то лютый космос вокруг. Блядь, здорово, а ты кто такой? Ты тоже... Был. С какого хера? Я вообще-то нажал все, что надо было нажать. Я не знаю, что там происходит. Мне что, еще на время этой херней надо заниматься? Ну, в смысле, если не успел, то сдохнуть можно неожиданно. Ладно, я не знаю, похоже, я успею. Ты гонишь, мразь. Лох какой-то, блядь. От этого мне придется убегать, естественно. Прекрасный выбор, блядь. А как вы себе это представляете? Я из последних сил бегу, блядь. Охренетительно, блядь. Ну я просто быстрее бежать не мог. Это с кошкой еще, да, куча, блядь. Которая там в три раза быстрее бегает. И меня почти настигло. Ну это же, блядь, ну вы что, боролись, что ли? Ну и на какую из этих плоскостей мне приземляться, блин? Понятия не имею. Чего вы от меня хотите, блядь?
Типа, мне не стоит вниз падать? Или это вверх? Я вообще не знаю, что происходит. А куда я могу? Что я могу сделать? А, мне сломать эти штуки надо? Окей. Я не сразу понял, что это надо... Ну, можно бить. Потому что не ожидал таких сложностей на этом этапе. Это мы взлетаем или падаем? Я хера вообще не понимаю. Видимо, взлетаем. Очередная дорога, ты ее снюхаешь всю, блин, да? Давайте никто не будет больше на меня нападать. Например. Мы такими темпами до этого самого рая дойдем, до вашего. А в конце будет ждать не какой-нибудь унылый урод вообще. Окей, глава закончилась. То есть еще одна голова, блядский рай все-таки. Сука, все-таки я игру сегодня не закончу. Прелестно. Ну ладно, видимо, тогда на следующей неделе уже. Ну или на выходных, не знаю. Вряд ли на выходных, конечно, скорее всего, на следующей неделе. А 15 это довольно хорошее круглое число. Почему нельзя было на 15 главе закончить? Вот, не знаю. Ай, да ну пофиг вообще на вас всех. Насрать. Дайте мне просто денег, я это потом так в магазине куплю, блин. А что дальше? Ну рай остался только. Ну теперь уже точно только он. Больше, ну все, ничего. Люмин Сейдж. Или, не-не-не-не, обожди. Может там сразу босс прям? Может там прям сразу вот босс и ничего не надо делать уже больше? Ну-ка давай как-то аптечками завтаримся по-быстрому. Сейчас проверим. Если там не босс, а целый этап, то ну нахер, я это в следующий раз доделаю. А если просто босс, ну может попробую дать ему по щам пару раз. А чё он бычит, правильно? Вообще все потратил. Все, что надо, что не по сильным трудом, блин. Ну-ка обоснуй, что там у тебя внутри? Я как раз сохранился, все нормально. Правда, надо было сначала аптечки купить, а потом сохраняться. А чё? Босс будет обычный мужик? Какая прелесть. Ну-ну. You've arrived, my dear sweet Cereza. Сейчас он будет покровы срывать, my, я так понимаю. My. Why the grim face, my dear? As a child, your smile was warmer than the sun. So, you are the last of the Lumen Sages. А Юбилеус, ваш бог там этот или кто там он? Он вообще где? My name is Balder, but if you so choose, you may address me as Father. There is much you have forgotten. It has been 500 years since we last met. If your memories were still intact, this would have been a much more emotional reconciliation. Они немножко потрохульки устраивали раньше. How did you get the girl? Но он же урод. Where shall I begin? Еще что-то немножко на гомосека похож, блин. Да как не... Немножко. Я бы даже не сказал, что немножко. And your Umbra witches have long been the overseers of history, each bearing witness with their own eye. This is how our... Universes. Блять, какой-то более-менее ебанутый акцент ему могли сделать? Existence was preserved. Ну-ну.
However, for 500 years, you have been exiled from the world's affairs. Интересно, кстати. А если только на этих глазах-то все и держалось? А и при этом ее 500 лет не было, то каким образом все не рухнуло, Кедрине Фене, все, ну, мир? Это же бред. Ну, если вот исходить из этого диалога, это полный идиотия. А, юбилей еще немножко не жив, окей. Че ты несешь вообще? Давайте ближе к делу. Everything you've experienced in this town has been a stepping stone for your enlightenment. It has all been done for the left eye. I've had enough of your philosophical pretensions. I won't ask. Да это даже философию не назвать. Where did you get the girl? Что, это ахинея какая-то, откровенно говоря. Философская претензиозность, говорит, блин. Пфф. Смешно. А, так она сама и есть. Ну, все-таки это она и есть. Но я смотрю, они что-то очень сильно похожи. Ну, уж слишком они похожи, чтобы мелкая это не была сама Байонетта. I mark the path to salvation with light. However, no matter how brilliant. То есть она просто что-то там магическая клон какой-то. Light, dark, and chaos between. Three realities once split shall be brought together to create a new universe in the image of the old. Бла-бла-бла-бла-бла. Почему на вашем небоскребе просто гигантская веб-камера установлена? Я вот не могу понять одного. Как же они долго все это объясняют, блин. По-моему, можно было все гораздо проще это обосновать. Зачем в подобного рода играх вообще какие-то охеренно сложные сюжеты? Конечно, это не сложный сюжет, но в целом, типа, накрутили просто всякой шняги сверху. Абсолютно ненадобный. Все, что от этой игры нужно, это сиськи и жопы, блин. Да, и ты сюда каким-то раком попал, конечно же. Ну, разумеется. Ты тоже какой-то особенный, да? Наверное, сейчас ты нам расскажешь. Или ты его сейчас застрелишь, тупо. Блять, ну ты еще про Сталина вспомни сейчас, сука ебаная. Кстати, в чем его экстраординарность в роли журналиста? Я пока ничего такого не заметил. А, я уж думал, ты сейчас скажешь, что я твой отец. Люка там, ну вот это все. Кстати, почти как Люк, только Люка. Он уже почти 10 минут вещает, это ж еб...
granted him his final wish and accepted his permanent resignation. You bastard! Оторвите ему руки нахер! Ну, я так думаю, что Байонет, конечно же, спасет. Кстати, что она делает все это время? Вот? Она просто стоит и смотрит? Да, она просто стояла и смотрела. Прекрасный выбор. А он это переживет? Как? Ну, в смысле, он от первой же колонны его должно было нахер разломать. Какого хера? Я понимаю, что Япония, аниме там и все такое, но, бля. Но это уже как-то перебор. Да он живой, конечно, Он там, как обычно, крюком зацепился каким-то раком. Магическим. Может, мы уже подеремся, бледина? Жанна ее звали, ох. While she sealed you away and kept you from trouble, after falling into our hands, she's been incredibly useful. Although her distinct lack of obedience required a bit of mental reprogramming. Her tragic end led you directly to me, just as planned. Ты мог бы все это сделать гораздо проще, если ты всего лишь хотел с ней... чтобы она к тебе пришла. Зачем такие сложности, мудила? Как ты меня бесишь, гомосек тупорылый, а? Сюрреза, we are one, my child. Ну и что за неведомая крокозябра ты сейчас превратишься? И ты тоже ничего себе, конечно же, не сломала, но разумеется. Да это просто какой-то гомосяк в квадрате, блин, теперь получился. Хей. Холодная, прохладная история, то бишь. И где-то есть... Главное, заставки-то она его явно победить не могла. А теперь, блядь, типа все нормуль, да? Я так смотрю, мне замедление времени не дадут в этом бою. Очень плохо. А. Внезапно. А почему у нее только одна полоска энергии? Хотя я, впрочем, знаю почему. Потому что фаз, опять же, несколько, как я и думал. Блять, ты просто джедай какой-то, ей-богу. Вот точно, Люк, блять, я твой отец из серии. Да нахер. Да, блять. Я так и не понял, почему один раз сработало замедление, а остальные разы ни хера не работает.
Окей. Прохладная история, прямо скажем. Блять, ты задрал. И он даже не попытался от этого увернуться. Я понимаю, что ему похер на это все. Зачем такие сложности? Можно было просто увернуться. Да, классно. Ты ушатал несуществующего демона из волос, блядь. Ну просто... Бог, блядь. Ну и что, теперь ты полдня будешь от меня уворачиваться, да? Ну, полдня ждать его придется, чтобы ударить. Блять, ну... Да там две кнопки нажать надо было. Каким раком я угадаю, по-вашему? Отлично, с пистолета его еще нельзя бить. Слышь, мудак, ну ты... Блять, ну... Бля, я вообще-то нажал, блять, только она при этом просто прыгнула. А что это нахер было? Вы что, ёбнулись? Еще давайте глюки будут какие-то ебаны. Совсем уже говна поели. Блядь, да пошел ты нахер. Да иди ты в жопу, блядь, надоел ты с говном. Бля, эта игра как минимум на час слишком длинная. А скорее всего на два, блин. Настолько уже неинтересно вот с этим мудаком сражаться. Уже просто насрать. Хочется, чтобы они все ушли. Блядь, да хули ты не уворачиваешься ни от чего, блядь? Почему, блядь, замедления нет? Ну что за херня? Вот, в этот раз все сработало у тебя почему-то, блядь. А в прошлый раз ты просто прыгнула, блин. Схерали. Да, бля, пошел ты нахер, ну ёб твою мать-то. Нахера я нажимаю это все это, чтобы ничего не срабатывало? Я так думаю, минимум три раза, бля, придется этой херней заниматься. Да ему похер вообще все. Похер в юга, блядь. Бля, да это реально гомосек какой-то, бля. Самый настоящий боевой пидорас, блин. Блять, ну это настолько быстрее было бы, если бы замедление дали нормально. Вот настолько похер на тактику, вообще дальше некуда, блять. Иди ты в жопу, блядь, со своими перебивками, еблан. Да, бля, вы задрали, да откуда я могу узнать, какие кнопки нахер мне нажимать-то? Ебанаты, блядь, ей-богу.
говна понапридумывают, блядь, дегенераты тупорылые. Нагни, нагни, блядь, иди нахер, блядь. Ты заебал, просто откровенно говоря, бля. Половину времени, блядь, его не достать, блядь, остальную половину времени он блокирует, блин. Замедления не дают, нахер вы пошли с такими боссами. Ебланы японские, блядь. Кому это нахер вообще интересно, вот это говно? Похоже, поболее, чем три раза придется это сделать. А может быть и нет. Ты бы еще вибратор выстрелила. И что? Блять. Предупреждать надо, откуда ж я знал? Куда ему стрелять-то? В башку, что ли? Я только за, конечно. Почему эта помада-то была, блин? Бля, ей-богу, если бы это был вибратор, я бы понял. Какой бред, а? Откровенный. Ну, концовка полная говно. Без затей. Нет, я, конечно, знал, что он выжил. То есть она... Как... Она даже не видела, куда он там упал. Откуда ракета узнает, где, в каком месте его ловить? Или у нее тоже есть глаза, или что? Она что? Она воспринимает действительность? Что происходит, блядь? Нет, ну есть какие-то пределы ахинеи все-таки. Well, that about wraps it up, huh?